Друзья, покажу вам плитку, какая есть в наличии. Какие цены? 860 рублей, например. Вот такая вот белая мне понравилась. Цена 8 миллиметров, 7,5 на 25 сантиметров, 1183. Дальше кабанчик идет, 672 рубля за метр квадратный. И вот 906 рублей, смотрите, классный зеленый. Также бежевый и синий есть. Вот, смотрите, такой вот зеленый, приятный цвет, такой слегка синий. Так, вот бежевый. И есть синий. Пыльный чуть-чуть. $432 мозаика стеклянная под дуб. Размер 317 на 317 миллиметров. Легко очищается бытовыми моющими средствами. Экологически чистый продукт, морозостойкая для стен, полов, в том числе для бассейнов. Я вам все подряд не покажу, буду показывать только то, что мне понравилось. Вот, например, такой декор, геометрия, 352 рубля, 20 на 23,1. Есть полоску. Дальше смотрим. Мне понравилась вот такая крупная мозаика, типа пэтчворк. Как она называется, сейчас поищем. Вот она. Разноцветная, 300 на 300 на 8 миллиметров, 401 рубль. Какая классная. Вот продается вот так вот. 30 на 30 сантиметров. Для дома, для душа подойдет. Смотрим дальше. Смотрите цены. Вот прикольная, прозрачная, с таким, с фактурной поверхностью. 300 на 300 и на 8 лист. Цена 323 рубля стеклянная. А вот есть, смотрите, черно-белая мозаика, вариант той цветной, 300 на 300 и на 8 миллиметров, 401 рубль. Вот такие вот листы продаются. Интересная мозаика, 291 рубль, такими кружочками. Размер 301 на 315, толщина 6 миллиметров. Вот такие вот таблетки, смотрите, какие прикольные. Тоже для душа подойдет, для фартука. Интересная. Мне нравятся матовые. 98 рублей всего. 327 на 327 на 4. 87 рублей. 178. Много-много разной мозаики. А вот смотрите, с какими декоративными вставками. Ценника что-то нету. Так, тяжеленькая. 30 на 30, толщина 8 миллиметров. 456, вот такая мозаика. Дальше вот такие формы. 286 рублей. Это уже камень, что ли, натуральный. Да, написано, что это мрамор. Подойдет для душевой, для ванной, ну и для кухни также, для фартука. Вот такая вот интересная. Вот есть темный камень. Вот такой вот. Белый, 306. Разные варианты. Вот такими кирпичиками есть 284. 300 на 300 и на 5. 502 рубля мрамор. Вот такой белый. 300 на 300 на 8. И камень 328.
Смотрите, какая интересная мозаика. 348 рублей, самоклеящаяся под дерево. Размер 252 на 278 на 4 миллиметра. Нарисовано, что подходит для фартука кухонного. Вот это алюминий. Дальше вот есть мозаики. Видите, тоже алюминий. Алюминий. И тут вот какая форма. Оказывается, столько много разной интересной мозаики есть. Вот еще мрамор, 483 рубля. Кажется, надо или светлое совсем, или темное вот такое. Ну, вот таблетки только глянцевые, 280. Покажу вам зеркала. Вот, например, 50 сантиметров, 710 рублей, 3305, 55 сантиметров, она такая толстенькая. Дальше вот на таком ремне, 50 сантиметров, черная, 3728, и поменьше, 40 сантиметров, 3520. Интересно, на кожаном ремне, в такой раме. Большие зеркала на ремне с подсветкой, 8000, диаметр 65, диаметр 65 сантиметров. И белое такое же есть. Мне понравилась вот такая интересная раковина, смотрите, какая объемная, интересной формы. Цена 6108 рублей, раковина накладная. Тумба такая 7800 стоит. Зеркало 2200. Покажу, пройдусь, что тут за гарнитуры, наборы в ванную есть. Мне нравятся деревянные. Но они такие огромные, надо большую ванну иметь. Какой высокий кран. Интересный смеситель для раковины. Почти 5000. Для бижутерии. Вот так вешается на полочку. И внизу получаются крючки. 101 рубль. 135 на 75 на 70 миллиметров. Для туалетной бумаги. На 4 рулона. Навесной. Смотрите, вешается на дверцу, 532 рубля. То есть белые, есть черные. Есть на один рулон, точнее на два рулона, 470 рублей. Белые, черные. Полочка на ножках, размер 200 на 150 на 235. Делает Россия. Это новая серия, то есть белые. Есть черные. Но, к сожалению, цена неверно указана. Написано полка настенная. Размеры не те. Также есть держатели для фена. 187 рублей. Черные, белые. Размер 170, настой на 200. Смотрите, как крепится на полочку. Вот такие полочки, корзинки. Двойная корзинка, 38 сантиметров, 734 рубля. И корзинка для хранения. Вот такая есть. Вот, можно повесить полотенчиком. 38 на 13 и на 8. Вот еще полка навесная. 250 на 85 на 125. $384. Вот такой настенный держатель. Вешается тоже на полочку. Размеры. Длина 400. Глубина 120. Высота 160. Видите, тут есть полочка.
И есть место для полотенца. Еще новинки в этой серии. Вот держатель для туалетной бумаги. 408 рублей. С полочкой. Дальше корзинка для хранения. 576. 20 на 11 на 10. Вот еще интересная штука. 481 рубль. Подставка для газет и смартфона. Крепится к стене. Металлическое это все. Держатель для полотенца 228. Стаканчик и держатель для фена 601. 565. Мыльница 282. Металлическая. И держатель для двух рулонов туалетной бумаги 293 рубля. Вот такой держатель 300. Крепится к стене для полотенчика. 306 рублей планка с крючками. Деревянная планка с тремя крючками. 18 на 4,5 на 3,2 сантиметра. На самоклеящейся основе. Это нержавеющая сталь. 667 рублей. 64 рубля. Два самоклеящихся крючка металлических. И вот такие вот медвежата 160 рублей. А есть котики. Тоже 160. 178 рублей. Крючок дверной. Двойной. Вот такой надверный крючок. Планка стальная. Три крючка. 103 рубля. Тоже на самоклеящейся основе. Смотрите, какая интересная салфетка. 173 рубля, 40 на 50. На магнитике. То есть можно ее раз примагнитили, и она у вас не потеряется. Всегда под рукой. Например, вот к плите.